Сегодня 15 марта. Решил я начать потихоньку открывать виноградник. Вот у меня изюминка посажена. Я ее открыл, сразу подвязал. Так вот. И сейчас хочу сделать аналогичную, как там, тепличку из 60-го белого Гроспана. Хочу сделать на вторую проволоку небольшой парничок. Это чтобы защитить от возвратных заморозков, которые у нас бывают стабильно в 20-х числах апреля. Ну и возможно для более, для ускорения вызревания ягод. Ну и, наверное, более быстрого получения урожая. Вот у меня там кусочек есть гороспана 10-метровый. Вот я его сейчас попробую на первый раз, два, три, на четыре. Первые четыре кустика изюминки натяну. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну вот на вторую проволоку я натянул гроспан. Получился у меня вот такой домик виноградный. Такой вот. Торцы завязал черным гроспаном, это которым у меня присыпан виноград. И сейчас посмотрим, что там внутри получилось. Это вот с обратной стороны присыпал я его землей лопаткой, а внутри получилась вот такая вот. То есть если даже начнут расти побеги до первой проволоки, они смогут вырасти смело. Так вот, здесь торец, сейчас, наверное, тоже черным закрою. Ну и сейчас покажу, как у меня было укрыто. Пятки я засыпал куста просто землей, а между кустами, где были уложены лозы, лозы просто к земле, я укрывал черным 60-м агроспаном. Вот, сейчас открою один. Посмотрим, что тут у нас. Ой, блин. Вот так вот. Хранилось. Не сохранилось. За зиму лоза. Почки я проверял. В принципе. Почки целые, вот видно, вот набухшие. То есть вот так вот сохранилось. А? Ну тут, где, конечно, было укрыто землей, тут так, это у нас с какого куста? С этого. С этого. Ну, одну хотя бы достать, показать. С этого, это с этого. О, блин, я тут закрепил, но сейчас паузу. Так, вот так я откопал его. Вот так вот он выглядит под землей. В принципе, нормально. Фух. Помощники мои пришли. Привет. Привет. Помогать. Привет. Помогать будете, да? А я тут домики строю для винограда.